Здравствуйте, с вами компания «Электромотор», и сверхновый видеоролик посвящается доильному аппарату «Буренка-1» «Нержавейка». Компания «Электромотор». Преимуществом такого доильного аппарата является то, что стаканы изготовлены из цельной нержавеющей стали, что в других моделях как бы из пластика, либо комбинированные. Двигатель на 0,55 кВт и насос сухого типа. В комплект входит бидон на 20 литров с алюминием. Такой доильный аппарат возможно укомплектовать датчиком защиты по сухому ходу. То есть, если у вас в процессе доения коровы возникает вопрос того, что молоко возвращается обратно в двигатель, и он может сгореть, для этого устанавливается специальный датчик. Это устанавливается за дополнительную плату, но такая услуга вполне возможна. Гарантия на представленный доильный аппарат составляет 12 месяцев. В комплект поставки входит все необходимое оборудование для того, чтобы начать работу с доильным аппаратом с коровой. Даже входят ёршики, короткие и длинные, для того, чтобы мыть трубки, по которым идет молоко. По вопросам покупки обращайтесь в нашу компанию «Электромотор» по номеру телефона 044 530 38.